Здравствуйте, господин полицейский. Хорошо, что вы забрали меня в участок. Я давно хотела признаться в страшном преступлении. Если оно и произошло на какой-то почве, оно определенно произошло на какой-то почве, то можно сказать достаточно точно. Это почва любви. Первые 3 месяца все было нормально, но стоило мне уйти всего на неделю, совершенно не смог пережить разлуки. Он сошел с ума. Он сбросил все листья. Он засох. Я поливала его, но он загнил. Мой фикус. Ну что? Да, господин полицейский, таким опасным преступницам не место на свободе. И у вас остается единственный выход. Посадите меня, как сажают цветы. Давайте сажать людей за фикус. Давайте сажать людей за лес. Давайте сажать людей за фикус. Давайте сажать людей за лес. Давайте посадим как можно больше иран с патифилом и традисканцией, ведь это необходимо любому дому и любому дворцу. Давайте посадим как можно больше. Какой вам в сущности нужен повод? Убийство фикуса — это серьезно, и я отправляюсь в тюрьму. Давайте сажать людей за фикус. Давайте сажать людей за лес. Давайте сажать людей за фикус. А лучше за виноградники. И возможно, кто-то сверху скажет: ну что я за